Аман и Есен – два гражданина, потерявшие свои паспорта. Поэтому они пришли в паспортный стол. Аман сдавал биометрические данные, а Есен – нет, считая, что это ненужной процедурой. Паспорт Амана уже готов, а Есен все еще ходит и собирает справки. Аман Даньяров, вот ваш паспорт. Просто удивительно, как быстро и удобно. Биометрические данные способствуют ускоренному получению любых документов. И ты сдай биометрические данные, не мучайся в очередях, собирая справки. По заказу Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.